Кадетский бал «Виват Кадет» ежегодно проводится в феврале в рамках празднования Дня защитника Отечества. Юноармейцы и кадеты образовательных организаций в течение года готовятся для участия на кадетском балу. Для обучающихся это событие является самым ожидаемым культурно-массовым мероприятием, которое стало праздником юности, красоты, грации и мужественности. На бал съехались танцоры со всех кажунов и городов республики. Все участники покажут свои навыки и умения в исполнении бальных танцев. Алима Савек и Ачим Очур учатся в Теллинской школе байтагинского кажуна. Ребята волнуются, хотя готовились упорно. После школьного и муниципального этапов они вышли на республиканский. Сегодня очень красиво. Мы все тут переживаем чуть-чуть и... Нервничаем. Да, нервничаем. Мы танцуем вальс. Разный. Чуть сложненько. Да. Сложно. Но вам нравится? Да, очень. Нравится. Каждый муниципалитет и город представил своих лучших кадетских танцоров бальных танцев. Кадетский бал состоялся при участии Министерства образования и культуры при поддержке Федерации танцевального спорта Тувы. Все-таки мы думаем, что в каждой школе есть кадетские классы, они учатся, этикеты девочки, мальчика, да, они вот воспитаны. Поэтому мы сегодня проводим этот бал, чтобы наши девочки, мальчики всегда чувствовали себя уверенно, что они будут знать основные движения бальных танцев. В программе включены такие танцы подыграс, полонез и другие, да. На торжественном открытии в первой части бала прошлогодние победители и обладатели гран-при кадетского бала 2022. Юноармейцы гимназии номер 5 города Кызыла приглашают на паркет почетных гостей, ветеранов и военнослужащих. В рамках года педагога и наставника руководители танцевальных групп также принимают участие. В судейском составе специалисты министерств и заслуженные работники культуры Российской Федерации. Кадеты пришли на этот прекрасный праздник. Праздник красоты, праздник грации и праздник вот этой душевной чистоты. Потому что танцевать – это тогда, когда у тебя в душе чисто, красиво и все в этом плане. Но в любом случае я хочу сказать, что наши дети молодцы. И есть среди них и лауреаты. И мы хотели бы отдельное спасибо сказать руководителю Федерации бальных танцев Кызыл Калдароловичу. Кадетский бал проводят с целью гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения и поддержки талантливых детей. В целом мероприятие охватывает более 400 обучающихся и педагогов. Еще один важный лейтмотив бала – это поддержка российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24.